Там человека задержали, Ростислав Васильевич. Степью, что ли, шел к неприятелю. Что за человек? Да кто его знает? С умой, да с подсумком. К вам велите или как? Пусть приведут. Входи. Кто вы такой? Я очень устал и хочу есть. Садитесь. Я не могу понять, по какому праву спрашиваете вы о том, кто я. На моем пути меня задерживают третий раз. Допытываются, куда и зачем я иду. Как будто бы я не у себя на родине или украл что-нибудь. Потом также бестолково отпускают, как задержали. Вы находитесь в штабе красного отряда, который ведет вооруженную борьбу с бандами контрреволюции. Вы должны ответить, кто вы такой и куда направляетесь. Мне говорили о каком-то отряде товарища Карева. Вы не могли бы сказать, какой это Карев? Я требую прежде всего ответа на мой вопрос. Спокойно! Руки! Кто вы такой? Ростислав. Брат. Брат! Вы слушаете радиоспектакль по роману Константина Федина «Братья». Громадна семья Каревых. Громадна, пышна и многолика. Дети росли тремя поколениями. Старшие почти не знали младших. Дочерей выдавали замуж, у них рождались и цвели ребята, а в это время основатель семьи, папаша Василий Леонтич, производил на свет новых Каревых. Раскиданы Каревы были по разным концам, но иногда почти полностью всей семьей собирались в горсть. Василий Леонтич сам был казаком по роду, по крови, по уральской степной волюшке. Он был управляющим. Должность ни в каком законе не обрисованная, но могущественная и многосильная. Василий Леонтич управлял не только чужим добром, но и имел еще и свое. И кто, кроме него, мог бы разобрать, где кончается свое, каревское, а где начинается чужое? Со временем в нем оставалось все меньше и меньше казацкого. Иногда Василий Леонтич спохватывался, и на него нападало свирепое упрямство. И как знать, может быть, папашиному норову обязан был Никита Карев тем, что стал музыкантом. Ну-ка, Никитка, подойди ко мне. Вот, на вот тебе, получай. Ой. Что, не ждал? Видишь, как я тебя... Скрипка, ведь это настоящая, совсем настоящая. Ну, а как же, со знающим человеком покупал. Как раз для тебя твоя мерка. Папа, я хотел другую скрипку. Ну. Обыкновенную, игрушечную. Она там, в витрине, в уголке окна. Рядом с другими игрушками лежит. Такая желтенькая. Вот бы такую мне скрипку. А ведь на это нужно играть. Я не умею играть, папа. Научишься. Будешь учиться, научишься. Баба, баба, я не хочу. Я не хотел учиться. Я хотел только так. Ту желтенькую. А про это тебя не спрашивают. Про то, чего ты хочешь, знают без тебя. Но я совсем не добросил, папа. Пошел, дурак. Папа. Ну вот, распустил нюни. Не досуг мне с тобой рассусоливать. Дядя Евграф! Чего тебе, Никитушка? Я ж совсем не то просил. Я хотел ту желтенькую скрипку с сучком на верхней дощечке. Ведь я хотел скрипку, которая как настоящая, а вовсе не поправдушнюю. Не эту ужасную скрипку, на которой надо учиться играть взаправду, как большие. Ну что ж теперь делать, раз так все вышло-то?
Уговори отца, дядя Евграф. Уговори, чтобы он продал скрипку, чтобы не учил меня играть на скрипке. Ну, успокойся, Никитушка, успокойся. Что ты? Эка довели парнишку. Евграф! Здесь я. Я уж тебя кличу который раз. Беседуйте. Об чем это, позвольте спросить? Василий Леонидович, со скрипкой-то не очень хорошо вышло. Что? А ну, повтори. Ну, как же, обидели парнишку. А он ведь не виноват. Пошел прочь. Вон! Ты мне не указ. Вон! Ну, что же. Прощайте, Василий Леонтьевич, прощайте. Ну, попробуем, Никита, начать? Хорошо, попробуем, дядя Яков. Попробуем. Сначала указательный палец. Первый. Средний. Вот он сюда. Второй. Понятно? Да, хорошо. Ну, вот. Безымянный третий. И мизинец. Четвертый сюда. Большой палец торчать не должен. Большой палец должен держать гриф. Вот так. Но чтобы гриф не ложился на ладонь, а палец не залезал бы на колосок боска. Смотри сюда. Вот так. Понял? Понял. А локоть левой руки должен приходиться против сердца. Опираться локтем на грудь нельзя. Ему полагается свободно висеть в воздухе. Вот таким манером. О, видишь? Ну-ка, попробуй. Сейчас начнем все сначала, дядя Яков. Ну, начнем. Раз, два, три, четыре. Раз. Боже, разве это мальчик? Это не мальчик, это дубовый комод. Это дубовая доска, это дубовый кухонный столик. Ну я, дядя Яков. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Никитка! Айда раков лови! Никитка! Выходи во двор! Тебя кто-то зовет? А, это мой дружок, Родька Чёрбов. Ты занимаешься музыкой. Надо трудиться. Ну-ка еще раз. Да нет же, смычок надо вытянуть до конца, до верхней колодочки, не изменяя положение правого локтя. Выше. Чёрт. Фальшь. Яков Моисеевич, я устал. Устал? Дай-ка мне твою скрипку. Возьмите, дядя Яков. А теперь послушай твоего учителя. Виртуоз, мастер становится скрипачом лишь тогда, когда он овладевает смычком.
потому что смычок – музыка. Ай, уж сколько времени я тебя этому учу. Вот, хрупкий, почти невесомый смычок может быть грузным и тяжким вот таким. Непрерывный, он может дробиться на мельчайшие части. Сотни штриховых приемов усваивает скрипач, и десяткам штрихов учат школы для техники правой руки. Но все эти штриховые приемы дают плоды только тогда, когда скрипач, взявшись за смычок, прикасается к музыке. Господин Никита, я отец вашего учителя Якова Моисеевича. Да, очень рад. Я вас слушаю, пожалуйста. Что значит молодость? Я старый переплетчик, всю жизнь переплетаю чужие ноты. Как я знаю, это ваш самый первый концерт. Да-да, самый первый. Прекрасное исполнение. Я хочу вас поздравить. Благодарю. Я очень, очень вам признателен. А вы знаете, что происходит? Нет? Вы ничего не заметили? Нет. А что? Ну, так после того, как вы вышли второй раз кланяться, публика стала кричать еще больше. Тогда господин пристав пошел за кулисы и сказал, чтобы больше не кланялись. Почему? Потому что сказал господин пристав, что он не может допустить овации, которые перешли все границы. И это будто бы форменная демонстрация. Какая подлость. Еще раз благодарю вас за прекрасный концерт. Желаю успеха. Спасибо. Большое Желаю спасибо. Успеха. Спасибо. Успеха. Теперь Никите казалось, что он верно понял и определил свой путь.
упорно и сухо одолевал громоздившиеся перед ним трудности. Они возрастали с годами, множились и усложнялись. Главное – овладеть инструментом, чтобы уметь грамотно выражаться, изучать образы, чтобы прочно помнить, что пройдено и чего нельзя повторять. О да, но помнить яблони. Помнить, как раскалываются яблони под осенью, когда нальется урожай. Помнить, как плывут известковые облака пыли над гуртом скотины, которую гонят по дороге. Помнить, как страшно в степи, когда она молчит. Помнить все это, хранить в сокровенной глубине сердца. И да, конечно, изучать, изучать образы Баха, Гайдна, Моцарта, Листа, Россини. Вдруг до сознания его дотронулась неожиданная мысль. Он должен обратить взгляд на самого себя и передать то, что увидит. Ведь самый путь его, путь музыканта Никиты Карева, постепенно слагался в законченную тему. Так Никита Карев прикоснулся к музыке. И существо его с необычайной легкостью оторвалось от скрипки, перешагнуло через преодоленную трудность инструмента и растворилось в новом начале. К Никите Васильевичу Кареву. А кто его спрашивает? Меня зовут Родион. Мы раньше жили в деревне по соседству. С детства друг друга знаем. Входите. Здравствуйте, я ненадолго. Здравствуйте. А, Никита Васильевич? Пройдите в эту комнату. Благодарствую. А, Родион, здравствуй. Здравствуйте. Ну... Как идет это дело? Знаешь, теперь хорошо. То есть хорошо, потому что стало интереснее. Я играл недавно на концерте в квартете. Знаю, афиши видел. Ну что же вы так и решили музыкантом сделаться? Почему ты говоришь мне вы? Мы с тобой не первый раз увидались. А кто с детства знаком, тот всегда... Да вы не обижайтесь. Хоть мы с вами жили в деревне, но с того много воды утекло. Бывает, что дружба всю жизнь тянется. Да это верно, конечно. А что нам мешает? Ну, как сказать, мало касаемся. Если бы дальше случайно на улице не встретились, я ведь сюда не пришел. Я ведь на пароходе матросом, а вы у себя вон. Чудак. Ну, правильно, времени не остается. На дружбу? Да я так хочу вам сказать, что на дружбу ни одного часа нету. Вот. А сколько сейчас время будет? Поспеешь. Да нет уж, пожалуйста. Вот часы, гляди сам. А там у вас книги? Можно? Смотри. Какую поинтереснее бы. Здесь много интересных. Mm-hmm. Тебе про революцию. Про чего? Про революцию. Ну, знаешь, брось притворяться. Ведь я знаю. Тут никого нет. Тетка там. Ты ведь в дружине состоишь. Я видел тебя во время забастовки. В дружине? Какой? В рабочей дружине, в боевой. Нет? Рассказывай. Ну, как насчет книжечки-то? Про то, что ты ищешь, у меня нет. Да ни про что я не ищу. Ну, зря сердитесь. Сами говорили про дружбу. А ты не хочешь. Утаиваешь о себе. Да мне таить нечего. Мне пора прощать. Эх, Родион, Родион. Прощайте, Никита Васильевич. До свидания, Родион.
Эй, ты, стой! Стой, тебе говорят. В чем дело? Чего надо? Ты куда? Да ну пусти! Стой, тебе говорят! А ну, держи его! Держи ему руки! Пусти ты пролетку сюда живо! Эх, ну-ка, залезай, вояки! Молчать! Налево подарку, здесь близко! Пошел! Войдите! О, милости просим! Стой, иди, иди. Осторожней. Да-да, проходите сюда, к столу. Угорюсь. Как вас зовут? Имя? Молчим, значит? Текс. Как тебя звать? Текс. Пащенко! Я. Yeah. Ну-ка, развяжи ему руки. Повернись. Так. И обыщи. Слушаюсь. Стой ты. Что да. Там у него? Вот, ваше сокровище. Все это все? Точно так, ваше сокровище. Больше ничего не обнаружено. А. Вот. Вот. Пачка листов и хлебный довесок Поклеванного. Этот тип обронил, когда мы его вязали. Текс. Виноват, ваше сокровище. Вот тут еще спички и папирос сирень. Да как тебя зовут? Текс. Тебя зовут Родионом Чербовым. Понял? И ты матрос с Волжского перевоза. Пащенко! Слушай, ваше сокровище. Листки этого матроса опечатай. Слушаюсь. Хлеб-то Поклеванный тоже прикажете опечатать? Он же весь грязный и стоптанный. Ну, пожалуй, опечатай хлеб. Слушаюсь, ваше сокровище. Чербов, мы отлично знали, что ты сегодня вечером пойдешь за этими листками, за прокламациями. За прокламациями. И мы знали, куда ты их понесешь. Так что тебя, как видишь, выдали, матрос Чербов. Кто тебе сказал пароль, по которому ты получил прокламации? Кто? Ну, говори, кто? Опять молчишь. Текс. Ну что ж, будешь молчать, закатаем, куда Макар телят не гонял. Понял? Ну, как же, Родион Чербов, вы намерены, наконец, отвечать? Увести Арестонова! Слушаюсь! Ну иди, матрос, иди! В каком шаге я споткнулся. Все концы были чистые и гладкие. Ни одного узла. По пути к Никите Кареву я был у часовщика всего полминуты и спросил только, который час, ни слова больше. Никита? Черт побери этого скрипача! Что он мне порол о боевом отряде? И зачем ему понадобилась моя с ним дружба?
Зачем он позвал меня к себе? Зачем? Мало ли с кем водил я в детстве дружбу. Но никто же потом не навязывался мне в друзья. К тому же детство не вернешь, оно ушло. Как пароход, который только снится. Варя, Варенька, Варварушка, Варюшенька, купеческая дочка Варечка Шерстобитова, с засученными по локотки рукавчиками, в шелковом платьице, в лисьей душегреечке. Только бы любоваться тобою, угождать твоему нраву шерстобитовским приживалочкам, смотреть не насмотреться на тебя купеческой дворни. А уж мамаша-то не нарадуется, что ни слово, то золотко, что ни вздох, то Любушка, красота, свет души, Варварушка, Варя, Варенька, Варюшечка. В кого уродилась шерстобитовская дочка, не разобрать толком. Только с давних пор появилась в ней маленькая, впрочем, чувствительная для всего дома, черточка. Вот вы живете по-своему, как будто говорила Варенька, так дайте и мне пожить, как моей душе захочется. И тут можно было и зайти на глазах у Вареньки кровью, уговаривая, что де не пристало ей в девичьи годы ходить на балы да гулять с кавалерами. Соберет Варенька тогда на лбу морщинку, помолчит, подумает о чем-то, потом протянет глубоким, сочным голосом. Ведь скучно, скучно, скучно. Шерстобитовские ворота настежь, базар шумит на площади. Варенька выходит за ворота поглядеть на толчею базара. Но неожиданно ее лицо вспыхивает, и она, перехватив дыхание, глядит вдоль приземистого порядка лавок. В их тени быстро и ровно ступает человек, опустив голову, держа за спиною руки. Здравствуйте! Никита! Карев! Никита! Здравствуйте, Варвара Михайловна. Ой, поймала я вас. Поймали? Конечно, поймала. Если бы не вышла на улицу, так вы и уехали бы, не повидавшись. Почему не зашли по-соседски? Ведь столько раз обещали, помните? Хорошо помню. И непременно зашел. Ух, не верю я вам, Никита. Правда, собирался все время. Но я говорил вам, мне нужно много работать. Вам всегда нужно много работать. Куда теперь понесет вас? За границу. За границу? Надолго? А Москва, Петербург? Мне там больше нечего делать. Переросли. Нет, но сейчас мне нужно другое. Гармония и контрапункт? Нет, гармония... Запомните, это... Никита, с вашей глупой гармонией вы прозеваете все на свете, все. Что, небось, испугались? Ух, как я ненавижу вашу скрипку. Я разбила бы ее на мелкие кусочки. Да я давным-давно забросил скрипку. Но все равно я разбила бы вашу гармонию, ваш контрапункт и что там еще? И фугу, инструментовку. Ой, какие дурацкие слова, фуга. А зачем вы бросили скрипку? Я знаю о скрипке одну историю. Ой, такую историю, такую... Ну, что же мы стоим здесь? Пойдемте к нам, а то так и не соберетесь. Что вы начали о скрипке? Какую историю вы знаете? Зацепила. Я знаю, как вы бросили скрипку. Как я бросил ее? Нет, лучше, когда вы ее бросили, при каких обстоятельствах? Это произошло не сразу. Я до сих пор иногда берусь за скрипку. Да нет же! Я знаю, когда началась ваша война со скрипкой. Я с детства не любил ее. Ну, перестаньте притворяться. Ведь вы отлично понимаете. Мне рассказала ваша сестра. И я в точности знаю, как все было. Помните, летом? Ну вот, мы пришли. Пойдемте в дом. Нет. Лучше здесь посидим, во дворе. Ну что ж, посидим. Здесь у нас хорошо.
Вы, наверное, хотите есть? Я сейчас принесу. Нет, нет, нет. Благодарю. Несговорчивый вы какой-то. Впрочем, как вам будет угодно. О чем вы всегда думаете? Вам что-нибудь мешает? Варвара Михайловна, там кто-то подглядывает. Кому же больше, Витька? Чупрыков, наш приказчик. Дурак. Пошел прочь! Он очень неприятен. Витька? Да. Послушайте, Никита, ну неужели вам не стыдно обращать на Витьку внимание? Он о вас не может слышать, потому что до смерти ревнует меня к вам. Ну а вы-то что? Я не понимаю, как вы можете держаться с ним за панибрата. Нам хорошо говорить. А попробуй пожить здесь, в этом городишке, безвыездно. И Витька покажется кладом. Над ним хоть посмеяться можно. Вы мало знаете его. Вы можете не знать о нем плохого. Ну? А я видел. Ну, что вы видели? В прошлом году, помните, мы ездили в сад? Угу. Я дожидался вас на дворе у ворот. Двор был забит людьми, вазами. Я видел, как пробирался к воротам нагруженный воз. Когда он проезжал мимо кухни, на крыльцо вышел этот ваш Витька. Осмотрелся. Потом я не мог разглядеть, откуда-то у него взялся ящик большой. Вот с этот. И он взвалил его на телегу. Возчик прикрыл ящик парусиной и уехал. Вы что ж думаете? Я не знаю, что Витька вор? Мне было противно вот что. Он заметил, что я видел все это с ящиком, и ничуть не растерялся. Посмотрел на меня наглец, вероятно, решил, что я не скажу. Такая мерзкая ухмылочка заиграла на его роже. Я тогда хотел сказать вам об этом, но было очень гадко. Он был прав. То есть как? Он правильно решил, что вы не скажете. Он людей знает. Прохвосты вообще знают людей. А вам нужно было сказать назло ему. Конечно, ничего не изменилось бы. С него как с гуся вода, он все равно вывернется. Но вы-то вы! Зачем вы не прогоните от себя этого негодяя? Разве вам не все равно? Милый, если бы вы поняли. Если бы вы поняли, какая здесь тоска. Тащища, без конца, без краюшка. У каждого свое, у вас музыка, возите с ней, даже поглупели. А у меня... Вы на 100 лет закатитесь в эту проклятую за границу? Да нет, пожалуй, года на полтора. Можете вообще никогда не приезжать. Не надо. Уходите. Странный вы человек. Я говорю вам, уходите. До свидания, Варвара Михайловна. Ну, уходите же! Уходите! Но должно же было так случиться. Несмотря на прочность скуки, Витьку Чупрыкова тревожило неуемное давнишнее беспокойство. Он отчетливо представлял себе, как Варенька, соскучившись сидеть в старых девах, из озорства или по капризу вышла за него замуж. И как потом, попозже, перекрашивают на магазине вывеску, замазывая Шерстобитова и выводя золотом по-черному Чупрыков. 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 Что ты там подписал? Ой, Варюша, ничего, это я так. А ну-ка, дай-ка твою бумагу. Так. В. Чупрыков. Виктор Иванович Чупрыков. В. Чупрыкова. Варенька Варюша Чупрыкова. Ну какой ты дурак, а? Ой, вот дурак. Нет, Варюшенька, я не дурак. Я с детских лет был ребенок, беда какой смекалистый. И ум мой был особенный. Ой. Лет 10 от роду приходит мне мысль. А что такое фамилии? Вот там Петров, Сидоров, я долго над этим думал. Вот я и решаю, врешь
Там Петров, Сидоров, как хотят, а я свою фамилию должен держать твердо. Чупрыков. Вот я тогда беру кусок сыромятной кожи, пишу на нем мелко-мелко Чупрыков, и потом режу насквозь ножиком. Ой. 2 дня резал. Вынул, посмотрел. Это я, Чупрыков. Кожа не сносится. Вот это талисман? Да. Я вас очень обожаю, Варюша. Не в сравнении больше других. Другие, может, подлаживаются, а я чувствую. И вы это замечаете и выделяете меня из толпы. А я опять же чувствую, потому что не как все. Они в сравнении тоньше. Ох, тонок, что говорить. Я, Варюша, отлично понимаю, что на вас редкий, который может угодить. У вас желание высокое. И вы вся так и рветесь. Рвусь! Я человек не как все. Поэтому я вас понимаю, как вы рветесь от тоски и в поисках счастливой жизни. Я вас очень обожаю, но не всегда смею сказать о своем сердце. Вот, глядите, 2 шнурка на моей шее. На одном Чупрыков, на другом серебряный крест. На одном Чупрыков. Слушай, Витька, давай побратаемся. Брудершахт. Давно стремился, обожаемый Варюша, мечтал назвать вас на «ты». Но из обожания к тому, что красота и вид, хозяйский вид и мое преданное вам сердце... Ну, постой, постой, молодь. Я говорю, давай побратаемся. По правде, как следует, поменяемся крестами, и ты будешь мне родной брат. А я тебе сестра, хочешь? Ну, крестами? Меняться? По правде, большой ответ перед Богом. Боишься? Ослепила. Встань с колен, трус! Ой, притвора! Бог ослепила, красота моя! Варенька, готов, счастлив, по гроб жизни, как преданный пес, как собака, на верность, на службу, на любовь, как пес, на, бери крест, на! Встань, а ну вставай, возьми мой крест. Теперь мы с тобой, Варя, кроме Бога неразлучны на всю нашу счастливую жизнь. Значит, это все было в насмешку? Ой, нет, это было серьезно. Ну, ты непозволительно смешон, братец родимый. Ой, сделай милость, я убирайся вон в кусты. Ну, ступай, я хочу купаться. Ступай! Я сейчас, Варюш, я иду. Ой, хорошо. Варюша! Ты что? Опять явился? Варенька! Ну, руки! Убери руки! Варюшенька! Ведь мы с тобой побратались, Витька, а не поженились. Ой, какая тащища здесь! Какая тоска! Зря ты извела себя, Варюша. Я ведь все давно вижу и понимаю. Чупрыков смышлен. И напрасная твоя слабость к этому хкареву. Я скажу, у тебя вовсе к нему не любовь, а зависть. Что? Да, зависть. Вот, мол, какой, не такой, как все другие. Он там по разным городам бывает, за границей живет, и учен, и умен. Вот это откуда от зависти. А выходит слабость. Ты послушай, я тебе друг, и на месте кровного брата. Я тебя жалею. Брось ходить за ним. Ну? Он чистоплюй. Отцовские деньги пропиликал на скрипке, это я знаю. И над ним все казаки смеются. Его родной отец камертоном называет. Не считает за человека, а тебе разве такой нужен? Да ты, если захочешь, найдешь себе... Кончил? Вот что, Чупрыков, запомни навсегда. Если мне Никита Васильевич скажет слово, я все сделаю. Все. А его дырявый сапог дороже целой твоей башки. Пошел. Пошел вон! Варюша, вон! Варюша! Вон! Варюша! Ой, тоска! Какая здесь тоска!
В Дрездене Никита жил в квартире, которую снимали по уговору четверо студентов консерватории, и он входил в их число. Соседом Никиты по комнате был скрипач Верт, наполовину немец, наполовину чех. Он должен был хорошо слышать музыку, как германец, и не хуже исполнять ее, как славянин. И он верил своей смешанной крови, как может верить тепло, что оно греет. Послушайте, Карев, не надоела вам эта позиционная война музыкальных инструментов? Ничего, пока еще терпимо, дорогой Верт. Мне деваться больше некуда. Вы же знаете, на нашей фабрике шума два рояля, скрипка и виолончель. А этого нам вполне достаточно. Разумеется. Музыка как математика. Точная наука. Пожалуй, вы правы, Верт. Да, я абсолютно прав. Все окружающее музыканта должно звучать как бы в одном ключе. Вы сегодня не играли? Нет, не играл. И я не знаю... Ну, то есть, видите ли, Карев, вчера после уроков мой учитель Хюбнер предложил мне перейти на альт. Вы представляете себе? Перейти на альт. Что? А я ведь скрипач. Сядьте, пожалуйста. Благодарю. Да, Хюбнер предложил мне перейти на альт. Он сказал, из вас, несомненно, получится хороший скрипач, прекрасный скрипач. Но милый Верт сказал, прекрасных скрипачей немало. Но теперь скрипачу так трудно работать, то есть зарабатывать. Получить достойное место у нас невозможно, почти невозможно. А спрос на альтистов есть. Хороших альтистов мало. Конечно, сказал мой учитель, вы можете продолжать работать на скрипке, вы делаете хорошие успехи, но мой вам совет – перейти на альт. Это все, что я хотел сообщить вам, Карев. И прошу вас пока не говорить об этом. А вы знаете шахматы, Карев? Хотите, я научу вас? С удовольствием. Вот и прекрасно. Но ведь ваш Хюбнер сошел с ума. Да. Скрипка – коварный инструмент. Трагический. Коварный и трагический. Почему такой холод? Нельзя понять, откуда этот холод. Закройте окна и двери. Сейчас же за доктором! Карев, возьмите эту записку. Она написана вам. Прощайте, Карев. Благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке. Верт. И вот последний знак. Последнее предупреждение. Верт.
За каждым препятствием, возникавшим передо мной, я постоянно чувствовал такое предупреждение. Но я упрямствовал, не отступал. Как бесконечно много было упущено случаев уйти, бежать, все бросить. Глупец. Я увеличивал ставки вместо того, чтобы сойти с круга, оставить. Не пора ли оставить теперь же, не дожидаясь, когда какой-нибудь Хюбнер скажет, что, конечно, милый Карев, из вас выйдет очень хороший музыкант, но, милый Карев, хороших музыкантов много. Бросить, уйти, убежать, пока еще не поздно, пока есть куда бежать. Весь путь, который привел меня на гладенькую скамью Дрезденской консерватории, весь мой путь музыканта Никиты Карева, разве не предопределил он собою бесплодного, одинокого конца? Я не могу оставаться в чужом для меня городе, в этой чужой для меня стране. О, Вер должен был адресовать записку Хюбнеру. Прощайте, Хюбнер, благодарю вас за альт. Но эта записка принадлежит мне. Нет уж, с меня довольно. Я не могу больше оставаться здесь. Не могу. Я не могу работать. Не могу здесь дышать. Это вовсе не страх. Бежать. Бежать из этого города навсегда. На утро первое, что сделал Никита, он развернул газету. В отделе происшествий он прочитал. Вчера в 20:00 на Уланд-штрассе 26. Я, кажется, схожу с ума. Да, войдите! Здравствуйте. Меня зовут Анна. Здесь живет скрипач Верт. Я принесла ему клавир. Вы не читали сегодня газеты? Нет. Вот. Читайте. Боже мой. Это ужасно. Я его сосед. Мы вчера вечером с ним играли в шахматы. А потом я всю ночь писал. Вы писатель? Нет, я пишу музыку. Музыкант. Музыкант. Мне... Можно прийти к вам слушать вашу музыку? Хорошо? Хорошо. До свидания. Не забудьте прийти слушать мою музыку. Когда к вам можно прийти? Скорее, пожалуйста, скорее. Я приду завтра вечером. Она пришла к нему и осталась у него. Анна немного знала музыку и вошла в замкнутый мир Никиты, так же просто, как входила в комнату. Она помогала ему в работе. Никита никогда не сказал бы, откуда знала она тайну дружбы. Но Анна умела слушать, молчать, и присутствие ее было так легко, что Никита научился тосковать о ней. Мог ли Никита знать, с каким напряжением инстинкта она разгадывала его состояние, как билось ее сердце, когда она, войдя, бросала взгляд на его лицо. Для Никиты ее сердце билось, как всегда. Частота дыхания стала привычна, и он говорил: «Сегодня у меня ничего не выходит», таким голосом,
будто кто-то другой был виноват в неудаче, и сама собою Анна должна была исправить ее. И она исправляла, необъяснимо превращая его безверие в уверенность. Наконец, труд был окончен. Тогда он твердо знал не только то, что он мог сделать в музыке, но и то, что было нужно сделать. И земля несла его, как любовнейшее свое создание, бережно, легко и радостно. Никита и Анна шли вдоль реки, все дальше удаляясь от сутолоки мостов и пристаней. В лицо дул ровный, сильный ветер. Нужно было наклониться вперед, чтобы преодолеть непрерывный его напор. Ветер развивал платье Анны. Он держал ее за руку между локтем и запястьем, где рука больше всего женственна и равна. И вот чувство, с которым они шли против ветра в молчании, и ощущаемая сквозь материю тонкая округлая рука, прижатая к боку, это огромнейшее счастье, вдруг увенчавшее долголетний искус, Никита запомнил на всю жизнь. Когда началась Первая мировая война, Никита Карев все еще учился в Дрездене. Папаша Карев ворчал, что настоящий казак не должен оставаться у неприятеля. На карачках должен к своим приползти. Позорит отца Никита, камертон несчастный. Вот младшенький Ростислав, гордость. Ростислав – каревская честь. Один Ростислав за всех Каревых долг несет. В 16 лет на фронт подался. Казак! Приезжавшие на побывку в Уральск с фронта говорили о нем, что отличался храбростью, был ранен, награжден крестом. В 17-м году о нем не стало слышно. И вдруг осенью до Каревых с разных сторон дошел слух, что Ростислав объявил себя большевиком и с какой-то сборной конной частью, бросив фронт, объявился под Уральском. В тот год, в начале сентября, Евграф, переехавший после размолвки с Василием Леонтьевичем Каревым к его старшему сыну Матвею в Петербург, решил покинуть столицу. Недели две спустя, правдами и неправдами, Евграф добрался до Волги. А ну, посторонись. Посторонись, говорю, посторонись. Куда лезешь, шайтан? Куда лезешь? Мне на буксир надо, аль не видишь. Зачем буксир? Ходи обратно. Ты погоди, не толкай. Я к товарищу Кареву с поручением. Здесь ведь отряд товарища Карева, а? Ишь ты, отряд. Давай сюда твое поручение. Не басурманского ума дело. Ступай, доложи. От кого поручение? К товарищу Кареву. От брата его, Матвея Васильевича, из Петербурга. От брата? Понятно. Айда сюда, прыгай на борт. Прыгай, легко сказать. Да, держись, держись. Вот так. Ты кто? Я кто? Анатом, вот кто. Анатом. Да что такое, черт? То есть как? Что такое? Я не понимаю. Вот так. А вы, видать, Ростислав Васильевич, сами и будете? Признаю, по батюшке, по Василию Леонтьевичу. Да ты-то кто? Откуда? Что тебя поручил брат Матвей? Матвей Васильевич велели кланяться вам
и сказать, что у них все, слава богу, здоровы. Позволь, позволь. Ну, а как он мог знать, что ты меня встретишь? Этого они знать не могли. А только когда прощались со мной, наказывали, увидишь, говорят, кого из наших, кланяйся и скажи, что, мол, слава богу. Да. Я у Матвея Васильевича доверенное лицо был по анатомии. Спасибо за поклон. Да ты хитер, старик. Какая у меня хитрость. Откуда знаешь отца? Я у вашего батюшки служил до того самого года, в котором вы были родиться должны. А за вашим братом, Никитой Васильевичем, дядькой ходил. Я у Карих вроде как бы сказать... Постой, постой, постой. Ты Евграф. Точно. Так. Евграф. Ну, так что ты хочешь от меня, Евграф? А вот сделай старику одолжение. Перевези на тот берег, а? Да ежели милости будет, в Уральск доставь по-железке. О, захотел. За Волгу попасть не фокус. Это я довезу. Ну, а в Уральск плохо, Евграф. Газет читаешь. Вот что. Возьмем тебя в степь. Там будет видно. Ты ведь от голода бежишь. Ну, решай. А в Уральске что? Туда бородачи ушли. Отцы. Ты, а сыны тут? Угу, как видишь. Бородатый у меня есть. Так вот что. Отцу твоему я служил, брату Матвею Васильевичу Кареву служил. Пришла пора послужить тебе. А что будешь делать? Ты что скажешь, то и стану делать. Отлично. Будешь у меня красным анатомом. Вот и хорошо, сынок. Я согласен. Спасибо тебе. Спасибо, родной. Спасибо. К исходу осени в лунные ночи выдавались заморозки. Серебро ковыля и полыни порастало серебром инея. Пространство степи, беззвучное, как небо, блистало зимней неподвижностью. И по таким ночам лучше всего было сидеть в киргизской юрте у огня в едком теплом дымку. Ростислав Васильевич, что-то тихо стало. Ветер дул-дул, а потом сразу как обрезало. Ростислав Васильевич, слышишь? Слышу, слышу, Евграф. Ну и что? Знаешь, к чему? Что к чему? А вот конь-то. Конь-то ржет. Ну что, конь? Ну и пусть себе ржет. Это он тебе встречу наржал. Брось ворожить, вещун. Ах, Евграф. Я вот тебе расскажу про встречу. Ахнешь. Ну-ка, ну-ка. Вот, послушай. С вечера мы выбили беляков из хутора. Так. Опрокинули за реку. Ну, расположились, притихли. Ладно. А за рекой не гу-гу. Думаю, черти. Вы хитры... А я хитрее вас. Знаем вашу повадку. С вечера тихо, в полночь жди шуму. Ребята, говорю, у кого мы учились? У стариков? Ну-ка, пропишем им ихнюю науку. Ага. Идет, а тишина. Слышно, понимаешь, как кони хвостами машут. Евграф, ай? Ты что, спишь, что ли? Что вы? Как можно, Ростислав Васильевич? Ну, так вот. Оставили мы киргизов с конями. Так, велели так. Через часок там подшуметь, огонек раздуть. Ну, разлеглись, мол, как следует. Понимаешь? Ну, да. Как будто никто и никуда ходить не собирается. Так? Точно, точно. А сами поползли на четвереньках к броду. Доползли мы до брода.
оружие на шею, взялись за руки цепями, чтобы не оступился кто, пошли в воду. А ночь, понимаешь, перед тем, как луне взойти, еще гуще. Ну, подбрось дровишек-то в очаг, Евграф. Ага, я сейчас. Сейчас. Только немного там. Хорошо. Вот. Хватит, хватит. Вот так. Теперь хорошо. Пожарче. Слушай дальше, Евграф. И вдруг что такое? Ничего не понять. Первый ряд по грудь в реке натолкнулся на людей. Да ну? Вот тебе и ну! Вот думаю, черт возьми, постояли малость, а тут задние-то напирают, шепчут, чего, мол, стали. Да. И вот в эту самую минуту луна, понимаешь, ну, во! Из того берега, Евграф, прут на наших бродом, старики бороды по воде распустили, в руках над головами шашки, а сами не гу-гу. Черт. Вот тебе повстречание, перехитрили. Я видел сердце. И пошли тут их крошить по горло в воде, шашки накрест. Вот где было-то. Заливаешь ты, Ростислав Васильевич. Чего? Ах ты, вещун. Спроси, поди, в отряде. Мы их до самой зари гнали. Они теперь... Он у черта на куличках. Понял? Там человека задержали, Ростислав Васильевич. Степью, что ли, шел к неприятелю. Что за человек? Да кто его знает? С умой да с подсумком. К вам велить или как? Пусть приведут. Входи. Кто вы такой? Я очень устал и хочу есть. Садитесь. Я не могу понять, по какому праву спрашиваете вы о том, кто я. На моем пути меня задерживают третий раз. Допытываются, куда и зачем я иду. Как будто бы я не у себя на родине или украл что-нибудь. Потом также бестолково отпускают, как задержали. Вы находитесь в штабе красного отряда, который ведет вооруженную борьбу с бандами контрреволюции. Вы должны ответить, кто вы такой и куда направляетесь. Мне говорили о каком-то отряде товарища Карева. Вы не могли бы сказать, какой это Карев? Я требую прежде всего ответа на мой вопрос. Спокойно! Руки! Кто вы такой? Ростислав. Брат. Никита. Брат! Никита! Никита, брат! Ты! Ростислав! Ты черт! Степи на тысячу верст! Не может быть! Никита, 5 лет ведь, а? Никита! Не может быть, это невероятно! Никита, 5 лет! 5 лет не видались на 1000 верст в пустыне, брат! Пить! Дай мне пить! На. Держи. А ты меня вон чем встретил? А, револьвер! А, черт с ним! Да ты приляг на кошму, брат, отдохни! Вот черт! Дай еще пить! На! Спасибо. Я иду 5-й день. Из прошлого вечера не пил. Никита. Только добрался до реки, твои молодцы меня взяли. О, хорошо. Ну? Благодарю. Откуда ты? Скажи, наконец. Как ты сюда-то попал? Скоро месяц, как я в дороге. От немцев. Вот эта штука. А? Да куда ж ты пробираешься-то? Неужели... Как куда? Я вернулся на родину и иду домой к своим. Да постой, постой. Постой, черт. Да ты что, ничего не понимаешь? Какие свои? Где свои? Вот штука-то в чем? Что ты там делал на чужбине? Как что делал? Ты должен знать, что я делаю. Я по-прежнему занимаюсь музыкой. Писал симфонию. Писал симфонию. Всю войну и больше ничего. Если хочешь, больше ничего. Если не считать, что я мучился, падал духом и поднимался. Если не считать всего этого. Ой. Боже мой, Ростислав, чудак. Ты ведь все такой же, какой был раньше. А, черт. Да ведь и ты такой же, Никита. Ты подумай, вот штука-то, а?
на 1000 верст в пустыне. Как наши. Да кто? С кого начать? Сестра была на фронте. Я виделся с ней. Теперь у нас, у красных. А старший наш брат Матвей где? Матвей в Питере, по-старому. Евграф рассказывал, у него уже взрослая дочь, Ирина. Другие сестры? Растерял. Не слышал. Старший поди в монастыре. А что со стариками? Отец где? Да что им? По правде говоря, я о них мало слышал последний год. Я им писал. Ну, а насчет ответа. Тут везде фронты. А потом... Ведь я большевичу. Думаю, нашему папаше это не по нраву. Знаешь, чай его. А ты как сам? А? Как тебе вот все это? А? Я против отца не пошел бы. А против брата? А? Что? Против брата или против сына пошел бы? Это все равно. Не против брата, не против сына, не против отца. Вот! А они пошли. Они пошли, отцы! Понимаешь, пошли, вот в чем дело. И ты теперь, я тебя понимаю, очень прекрасно понимаю. Ты теперь, если с нами, должен идти против отца. Если с отцом, должен идти против брата, против меня, вот. А если не хочешь ни тут, ни там, то будешь болтаться в воздухе. И тебе напиться негде будет взять, вот. Ты молод, Ростислав. Конечно, молод. В этом все дело. Конечно, в этом. Не понимаю твоего восторга. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты действуешь добросовестно. Но ты, кажется, хочешь обвинить меня в том, что я не избрал как-то никакой стороны. К сожалению, это так, брат. Я пришел на родину, потому что понял, что мне нечем себя наполнить без нее. Я понял также, что без родины нельзя жить. Я говорю, ты действуешь по совести, ты служишь по твоему прекрасному делу. Отец, наверное, тоже уверен, что служит своему делу. Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца. Решайте сами судьбу дела. Я же буду служить ему тем, что буду смотреть и слушать. Ты не знаешь, что такая служба возможна, поэтому я говорю, ты молод, Ростислав, и не знаешь музыки, и ничего, кроме войны, не знаешь. Послушай, брат, ты не был на войне. А потому не можешь себе представить, что такое война и как все это было заверчено. Я хочу спросить тебя. Ты решил идти к белым? Я иду домой. Если бы там стоял ты со своим штабом, я все равно бы пошел туда. Мне нужно работать. Никита, что ты говоришь? Милый Ростислав, напрасно ты. Ну, как сказать? Право, нам не следует ничего решать. Давай пойдем каждый своей дорогой. Уверяю тебя, я ничего не хочу и не могу делать. Ничего, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него. Иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью. А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением. Кажется, кажется. Да. Как хочешь. Только понимаешь... Я не осуждаю тебя. Нет, нет. Да не в этом дело. Не все ли равно, кто кого осуждает? Надеюсь, ты не причинишь нам никакого вреда. Вреда? Я не понимаю. Ну, видишь ли, там у белых... Можешь быть спокоен. Я ничем не буду полезен ни белым, ни вам. Так. И потому... Так, ни белым, ни нам, понятно. Понятно. Ладно. Тогда тебе нужно поскорее уходить. До рассвета. Ты должен распорядиться, чтобы меня отпустили. Я не задерживаю тебя. Вот пропуск. Спасибо, Ростислав. Прощай, брат. Прощай. Приведите же вороны.
цыканей, вороных брацыканей. Казаки залегли осетрами в Уральске, распространяя сонливую рыбью уверенность, что все обстоит великолепно, что никакого бунта в Яицком кругу не предвидится, что революция, дело иногороднее, мужицкое, не казачье, что коснись живота, они за себя постоят, что надо, мол, только выждать, отсидеться. Вот в это время в городе появился Никита Карев. Обсыпанный снежной пылью, налетевшей с реки, Никита стоял у обрыва. Охотники рассыпались по снежной сверкающей равнине реки. Вот копошатся в росе порознь в горбатых сугробах. Вот ударяют пешнями по льду. Ледяной железный звон врезается в вопли, гик и крики. И если пристально вглядеться под откос, видать, как сквозь продолбленную прорубь из ятвы багром вытаскивают рыбу. Никит Васильевич! Карев! Вы меня не узнали? В платке этой шубе. И хороша матушка-купчиха, а? Ну, здравствуйте, бродяга. В гостях видно хорошо, а дома лучше. Вот увидела и подумала, какая у вас походка, а? Откуда это? Где уж нам? Ведь вы почти не касаетесь земли. Варвара Михайловна! Варвара Михайловна! Ну, рады, скажите? Ну, я вижу по лицу, что рады. Смотрите, смотрите, Карев. Там у обрыва наши казаки рыбу багрят. Ой, как хорошо здесь. Какой простор кругом. Ведь хорошо. Хорошо. Но почему, Карев, когда хорошо, хочется куда-то бежать, бежать дальше? Почему? Это всегда так. Да, это почти всегда так. Вы надолго приехали? Я вижу, вижу, надолго. Да, у меня много работы. Надо окончить начатое. Это... все, что вы имеете мне сказать? Неужели вы еще не понимаете? Ведь я люблю вас. Я понимаю. Но я люблю не вас. Неправда. Неправда. Неправда! Со звоном и скрежетом бушевал на Урале неудержимый ледолом. Так и пошло. В сумерки пришло новое известие, опрокинувшее все вверх дном. Оказывалось, красные гнали казаков за Урал. В полдень город Уральск заняли красные. Это была настоящая победа, и плод ее был сладок. Люди рвались в тепло, к живому человеческому теплу, к печам в горячие прогретые стены. Мороз и снежный смерч остались позади, хотя бы на одну ночь, на один час, на минуту, но позади, позади. И незадолго до того, как наступить рассвету, тишину вздыбило орудийными громами, и едва отброшенные белые казачьи полки врасплох кинулись назад на убаюканный теплом город. И снова Уральск оказался в казачьих руках. Но ужас ночного разбойничьего набега начал переплавляться в злобу. И открыв артиллерийский огонь, красные снова пошли в атаку. За полдень
город опять был у них во власти. Каким-то возом, тяжело скрипевшим по заезженной дороге, Никита Карев подвигался в морозной, безглазой темноте. Он вдруг понял, что потерял отца. Ему, правда, сказали, что Василий Леонтьевич уехал и будет поджидать его на первом по большому тракту хуторе. Оранжевый глазок замерцал в стороне от тракта. Никита взял с воза ранец и распрощался. Кто там? У вас остановился Карев Василий Леонтьевич. Он поджидает сына, так это я. Никого не было. Никаких сынов не дожидают. Как не было? Да так и не было. Ну, значит, будет. Значит, я его обогнал на тракте. Ну, а когда будет, тогда и заявляйся. Тут что, поблизости еще хутора есть? Никаких хуторов нету. Да вы Василия Леонтьевича знаете? А кто его знает? Может, и знаю. Вот что, мне ночью в степи деваться некуда. Отец непременно должен заехать. Мы условились. Пустите меня переждать. У меня все лавки казаками заняты. Некуда пущать. Кто тут разберет пущать всякого? Ну я ж прошу вас, ну, пожалуйста, пустите! До ближайшей станицы. Я отстал от своих. Тут друг у друга на головах сидят. А он подвези. Он обошел. Ну! Пошел! Ну, выслушайте! Остановитесь! Разве могло случиться, чтобы отец бросил меня на произвол? Неужели я обманут? Где и зачем меня обманули? На хутор отец не заезжал, двор был пуст. Зачем? Кому нужно было посмеяться надо мной? На форпосте, откуда я двинулся в поиски, я не встретил ни одного человека. Эй, постойте! Остановитесь! Чего? Откуда путь держите? Не с форпоста ли? Оттуда! Василия Леонтьевича Карева знаете? А как же! Еще под вечер с ним говорили. На форпосте? Уехал он? Должен был уехать. Народу немного осталось. А может, зари ожидает. Ну! Да ты погоди! Ну, погоди! Чего? Ехать надо! Я сын Василия Леонтьевича. Мне неверно указали на форпосте, что он уехал. Я потерял его. Может быть, вы подвезете меня? Где, дружок? Воз-то, вон а! Сам пехом качусь, и притулиться негде. Ну! Остановитесь! Ну, остановитесь, прошу вас! Тогда вот что. Я вернусь назад. С форпоста поутру легче будет выбираться. Я вас только попрошу взять мой тулуп, в нем много не пройдешь. Отдадите, если встретите кого-нибудь из наших. Вы туда направляетесь? Как вас зовут? Да ты не беспокойся, дружочек. Все будет в исправности. Давай. Давай сюда твой тулупчик-то. Вот.
Берите. Вот под передком уголочек. Вот так вот, вот сюда. Да. А Василёнча, кто ж не знает-то? Да-да-да, пхай, пхай. Сильнее, тулупчик. Вот так, вот так. Ну, вот сюда его. Благодарю вас. Его кормильца вся степушка знает. Не беспокойся. Все в исправности Спасибо. Будет. Ну, ну, пошла. Счастливой дороги. Василёнча, не знать. Ну, какая глупость. Дать ограбить себя продувному мужичонке. Ой, как смутно на душе. Бежать? От кого? Спасаться? Но что может угрожать мне, человеку, которому нечего беречь, кроме стопы нотной бумаги? И неизвестно, что глупее, отдать ли проезжему мужичонке тулуп или броситься вон из дома в безглазую темную пустоту. Музыкант, я приду к вам слушать вашу музыку. Хорошо? Никита, 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 ты устал. Надо идти. Надо, надо, надо. Идти. Надо идти. Заходи! Что там у тебя? Послушайте, хозяйка, что ж вы неверно сказали о Василии Леонтьевиче? Я его не нашел. А что неверно? Вольно было знать, иди шаманяться. Что я, приставлена к Василию Леонтьевичу? Можно мне остановиться у вас? А мне что? Тут я сама постоялицей стала. Язви хиродов! Что это за люди? Да говорят, казаки, которых красные с Уральска выбросили. Ишь, как умаялись, язви их в душу. Ты что, казак? А? Да, я из казаков. Так. Много ли служил? Я не обучен. Какой же бывает казак не обучен? Братья есть? Есть. В войску? Старший доктор. А младший? Красногвардеец. А? Говорят. Сам будто не знаешь. От Василия Леонтьевича отстал, выходит. Да, вы знаете отца? Василий Леонтьевич меня лет 5 кряду обсчитывал, как я ему гурты из Бухары гонял. Небось узнаешь. Что теперь делать, а? А может, мне пимы полатает? У меня пятка вывалилась. Ну, знаете ли. А ты, видно, музыкант. Я давеча твой багаж смотрел. Ты так просто для верности. У тебя там одна эта цифирь наложена. Крючки. Крючки? Да, я у староверов видал. Только твоя быт-то помельче. Да, я музыкант. Музыкант? Вот здорово. На-ка, вали, сыграй на гармошке. На гармонии я не играю. Не можешь. И я не могу, а гармошка просится, чтобы на ней играли. Я ее третьего дня на улице в Уральске подобрал. Так и была в мешке. Видно, кто-то из коммунистов ее утерял. Там ведь такая заваруха была. Мне бы отдохнуть немного. Поспать бы. Че? Ну ладно, пущай отдохнет музыкант. А ну, подеснись. Дай ему место, растянулись. Благодарю. Благодарю. Я недолго. Часок-другой посплю, а потом... Ты что-то в шубе развалился! Вставай! Ну, встать! Но позвольте, я же хотел немного поспать. Устал очень. А ну, пошел вон и забирай свое барахло! Позвольте, ну что же это?
Никита вышел из поселка, и степь опять поглотила его. Мороз подгонял его. Остановиться, передохнуть было нельзя. Он увидел тупое бессмыслие всего, что с ним случилось. Он не признавал своих поступков, и они казались ему достойно завершенными тем, что люди, не имевшие права ни на один его волос, вышвырнули его за порог. Но полсуток непрерывного хода вдруг смяли его приступом измождения. Сквозь лесок мелькнула крутая излучина Урала, за которой лежал осажденный красными Уральск. На полпути до города посредине реки торчали, как грибы, невысокие в рост человека будки. Казаки ставили такие будки на льду для зимней ловли рыбы. Самая ближняя будка, видно, была поставлена недавно, снег не успел ее запорошить. Никита собрал остатки воли и потащился через реку. Он почти падал, пока, наконец, добрался до будки. Кажется, там кто-то есть. Ну, конечно, есть. Эй, кто там? А тебе кого надо? Здорово. Здравствуйте вам. Что, белых далеко отогнали? Теперь, слава богу, не видать. Евграф. Господи. Ты ли это, Евграф? Евграф. Никита Васильевич. Да вижу, что признал. И я тебя тоже признал, Никита Васильевич. Господи. Ну, пойдем, сижу. Замерз ведь, пойдем. Да ты что, ну погоди, ты валиться-то. Главное дело уберечь тепло. У тебя от ходьбы тепла много. Вот садись. Поглубже и клади сюда ноги. Сейчас я заверну их полушубком вот так. Ой, на спину как... тулупом. Вот так. Эх, ты путешественник, все ходишь. Не замерз, и то ладно. Ранец-то скидай. Скидай ранец, говорю. Чего на кладку-то? Вот, денешь, что ли? Не подымешь. Евграф. Тот Евграф. Сидеть бы тебе на одном месте надо, и тебе лучше, и другим. А других тоже надо подумать. А то куда иголка, туда и нитка, путешественник. Тебе с отцом твоим не равняться. Ему капитал спасать, а тебе что? В сумке-то, небось, дрянь какая. Да откуда ты знаешь, отца? Я о таком знаю, что коль тебе сказать, так... Да. Будка-то хороша. Вот как лиса хвостом рыбу из проруби потаскиваю. С вечера, давеч, половил, на соль выменил, да на пшено. Ну, да-ка, поешь. Да. Ешь. Еда тоже тепло дает за место огня. Благодарю, Евграф. Кушай, Никита Васильевич, кушай. Да все, в общем, ничего, а вот самоварчиком не знаю, где разживиться. Не то бы сейчас чайку, либо там ушицы. Как ты, Евграф, сюда добрался? Как добрался? Чай дольше тебя добирался. Что ж ты будешь делать? Что делать? Мне делать особо нечего. За меня другие сделали. Видишь, вот рыбку ловлю, да тебя кормлю. Ты ешь. Ну, а брат мой, Ростислав, тоже здесь? Ростислав Васильевич-то? Да где же ему быть-то? Ты про себя скажи. Что вдруг вернулся? С Василием Леонтьевичем не поладил? Ох, и крут твой батюшка. Нет, я отстал от обоза. Да и нечего мне там делать. Верно, что нечего. Зачем же ушел? Я тебя о Ростиславе спрашиваю. Ну, заладил одну. Слышь, о, колоколь звонит. Это в сети рыба зашла. А, да, ну, ладно, никуда она не денется теперь. Ну, отошел, что ли, Никита Васильевич? А то он тебе лица не был. Я уж думаю, говорить ли тебе такому? Ты о брате? О брате? А то о ком же. О Ростиславе Васильевиче, о нем самом. Ростислав Васильевич приказал долго жить. Умер? Как бы умер. Убит? На то война. Когда, где? Евграф! Не кричи.
криком дело не поправишь. Я скажу все по порядку. Ростислав Васильевич, докладываю, город Уральск занят Красной Армией. Поздравляю тебя, Евграф. Ну, наконец ты дошел до своего Уральска. Ростислав Васильевич, потому как война для меня отяготительна, желаю чуток отдохнуть. И потому прошу меня уволить в отпуск. Вам, Ростислав Васильевич, тоже пора передохнуть. У Василия Леонидовича в родительском доме. Тут ведь до вашего дома-то рукой подать. Ну что ж, Евграф, ступай к нашим. Успокой, чтобы не было волнений. А я, как справлюсь, к ним прибуду. Ну, я военное дело знаю, Ростислав Васильевич. Тут и квартиры, и довольствие, и дисциплина. Ладно, справляйтесь, а я пойду к вашим. Дом-то есть. Откройте. От Ростислава Васильевича я. Откройте. Иду, иду. Здравствуй, Евграф. Здравствуй, дорогая. Проходи. Здравствуй. Ростислав Васильевич-то где? Скоро сюда прибудут. О, Господи, ну как же он там? Ну, сам придет и расскажет. Расскажет. А вот Никита-то Васильевич со всеми убежали. Что это, о, Господи? Это казаки орудиями наших высаживают. А если появится во дворе, молчи про меня и говори, что, мол, дворник. Угу. Дворник, дескать, Евграф. Он. Ой. Ну да. Ростислав Васильевич, открывай. Бегу. Да что вы там, спите, что ли? Ой, наконец-то, приехал. Ну... Здравствуйте. Ростислав Васильевич, батюшки, здравствуй. Ишь, как казаки нас встретили. Ничего путного не оставили. Во всем городе только одни подсолнухи да гнилая рыба. По барину говядина, по говядине вилка. А как наши? Все отбыли, Ростислав Васильевич. А Никита? И Никита Васильевич отбыл со всеми. Эх, ты дурак, да. Дурак. Ростислав Васильевич. Вы человек военный, слышите? Винтовки на улице щелкают. Как бы вас тут кто не захватил. Хочу на свой дом взглянуть. Может, долго не придется увидеть. Потому и прискакал. Я сию минуту сбегаю наверх и назад. А тебе, Евграф, советую в городе с красными остаться. Мне, Ростислав Васильевич, идти теперь некуда. Я до своего дошел. Ну, я скоро приду. Скоро! Чей конь у ворот? Я почем знаю. Конь стоит на улице. Может, из другого колодка. Я за улицу не отвечаю. Я дворник. Обыщи двор. А я тут поищу. Да смотри в оба. Ростислав Васильевич, хранись. Скорей, куда можешь, казаки. Да погоди, погоди, Евграф. Тише, сейчас. Тише, умоляю, тише, Ростислав Васильевич. Ну что, никого? Да никого. Поехали. Да погоди ты. Гаси огонь, Ростислав Васильевич, увидят. На дворе ведь казаки ищут. Вон, посмотри. Да черт с ними. Ну, я пошел. Прощай. Прощай, Ростислав Васильевич, прощай. Стой! 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 Уходи! Уходи! Уйдет! Да не уйдет! Не уйдет! Ну вот и все. Я-то думал, уйдет он, Никита Васильевич. Ездок он такой, что другого не найдет. И что дальше? Говори, Евграф, пожалуйста, говори. Да что говорить, Никита Васильевич. Вот тогда я в последний раз Ростислава Васильевича и видел живого. Залег я на сеновал
и отсидел до утра. А поутру, стало быть, опять красные вернулись. Тут я узнаю, что Ростислав Васильевич лежит недалеко от дома, убитый. Казаки его зарубили. Простился я, поцеловал я Ростислава Васильевича. Говорю ему, на огне горел за всех, за нас. Из каких переделок невредим оставался. И вот у самого родительского дома под своей крышей кончил. Похоронили его под музыку. Вот тебе и Ростислав Васильевич. Пойду я, Евграф. Далеко ли? Мне надо пойти туда. Куда туда? В комнату, домой. Стой, стой. Брат был наверху, говоришь. Стой, ты чего задумал? Или не в себе? Смерти своей ищешь? Не пущу. На что идешь? Убьют ведь тебя, убьют. Да пустишь ты, наконец. Сестра на фронте, врачом. Писала, что Матвей по-прежнему в Питере. Больше ни о ком не знаю. А я, но мне что? И в огне не горю, и в воде не тону. Ростислав. Почему же в этих словах, в этих последних словах Ростислава не было ни одного предназначенного мне? Впрочем, разве знал брат, что он пишет свое завещание? Никита оторвал глаза от последней записки Ростислава. Раскрытый больше обычного взор его блуждал без цели. Он спустился по лестнице и остановился против забора, сворачивающего с улицы в короткий пустынный тупик. На зеленовато-серых, скучных досках забора висела теперь яркая заплата, крашеная жестянка с названием улицы. Но старого названия не было видно. Или нет, его можно было разглядеть. Оно просвечивало сквозь жидкую кирпичную краску, которая не могла засохнуть, а подмерзла. Сквозь эту свежую краску можно еще было прочитать «Атаманская улица». Но надпись перекрещивали и дробили новые, черные, лоснившиеся маслом неуклюжие буквы. Улица товарища Карева. И когда эти буквы в сознании Никиты стали словами, и он разгадал их несложное значение, мучительный прилив свежий, какой-то чужой крови заново обжег его с ног до головы. Никита почувствовал томительное оживание своего тела, как будто просыпался после долгого наркоза. Он слышал, какую горечью отчаяния был наполнен кругом него мир, какую горечь утраты заключало в себе его сердце.